Победа, как правило, мотивирует всех. Здесь самое главное только на лаврах не почивать, а действовать напряженно и дальше работать над собой. А вот поражение, оно мотивирует сильных. И прежде всего сильных. Потому что только сильный человек, столкнувшись с неудачей, решает для себя, что нужно сделать еще дополнительные усилия и победить. Но слабому, конечно, это сложно сделать. У слабых руки опускаются. Но у нас, в нашей стране, подавляющее большинство сильных, успешных, трудолюбивых и талантливых.